Приветствую вас на моем канале, не забудьте подписаться и досмотреть это видео до конца. Новости раньше эфира. Мондезира Свет Амура выгнали с проекта. Когда Мондезир вернулся на проект, главным условием его нахождения было не общаться с его бывшей девушкой Юлией Ефременковой. Но молодые люди продолжали общаться. Юлия Ефременкова даже приехала на проект, но Мондезира Том не застала, так как его выгнали с проекта на лобном месте. Этот эфир мы увидим 9 марта 2022 года. Ефременкова даже провела вечер на поляне вместе с ребятами. Сколько еще эта парочка будет водить за нос зрителей? Пишите в комментариях. Сегодня на поляну приезжала Юлия Ефременкова, но перед тем, как она приехала, у нас было лобное, и на этом лобном Мондезира выгнали из проекта, потому что он общался с ней, хотя это было основным условием его нахождения здесь, не общаться с Юлей, но он с ней общался. Ее пригласили на проект, но диалога у них не состоялась, потому что Мондезир уехал, психанул. Пока он уезжал, он что-то выкрикнул с машины про то, что вот так вот, типа, она любит, что обнимается в первую очередь с другими мужчинами. В общем, Юля провела с нами вечер, мы с ней общались, Мондезир уехал. Короче, это был полный трэш. Мы не ожидали, что на лобном может такое произойти, что Мондезира выгонят с проекта, и мы, честно говоря, все до сих пор в шоке.